меня кофр порвал. Добрый вечер, дорогие телезрители, мы приехали. Можно домой? Ну да. Идите, кофр побрала. Побрала кофр. А, вы такие смешные все. Славим, ну, все, мы вот приехали. Добрый день. Алексис! Сюда! А как мы сейчас вот все такие вот? А мы сейчас... Welcome to our world! Это попугай. Да, это подгон по-белорусски. Грушей с сыром, хачапури. Открывай. Распаковка! Ну и все. Я хочу, чтобы ты смотрел. Ты собачки. Мальчик, дыши, ты не так уж и плохо. Мы не знаем, да, что. Спасибо. Это не надо вставлять никак. Мама, я тебе язык как на день взял. А можно вот... Я вся грязная. Я Так, вот так получается. Раз, два, три, четыре. Компактнее. Еще. Сюда, Минск. Сколько у вас пар? Шесть. Заряжаемся туда. Заряжаемся все туда. Вы туда, сторона, вы туда. Вы делаете шаг вперед. Шаг вперед, раз и назад. Понятно? Чтобы вы видели все. Короче, у нас не просто не включаются фонарики, мы не знаем, какая деталь отвалилась у Арины. Если эта деталь будет в Полинином фонарике, то мы приведем деталь от Полинина фонарика в Арине фонарик, и она будет работать. Это и есть проблема современных подростков. Бля, ты не умеешь объяснять. Очень счастлива, что приехали на такой... Да нет, там же есть деталь. Все детали есть. Открывай. Короче... Мы уже находимся, как бы, если вы видите, за кулисьем. Вот мы уже все на готове просто. Просто полюбуйтесь вот так. Я будущий фотограф. Нет, там надо. Слава богу, не надо. Мы все
почему? 5-5. Короче, у Арины все были детали на месте, но кто-то сказал, что их нет. Они кто не знают, что все это потом повылаживается. А, да? Ну, короче, всем передаю привет, всем моим подписчикам. Мы вообще не формат. Ну так что ж ты пришла в купальнике? Оп, оп. Мне сказали, так и пришла. У меня с собой есть пачка. Мы можем вместе шоу вот так вот снять. Да. Куда пойдет? Виталий Саша пойдет. Он меня, возможно, сегодня заберет. Я домой хочу. Пустите меня. Это наш первый выезд в этом сезоне в городе Гомеле. Это как в этом, как в фильме. Забудем все. Можно мне потом песню ковбой поставить и ковбойскую шляпу? Я спортзал. Все хорошо, в принципе, поели, попили, можем выступать. Это турдом, просто, это турдом. Мы отбиты на голову. Всем привет, подписчики, это мой новый блог. Сегодня мы в Гомеле, уже, кстати, как несколько часов, я считать не буду, мне лень. Отбудем уже 7.42. 7.42, это важно. Это важно, типа, это спецкурс. Сбила меня с мыслью. О чем вообще этот монолог? А, не, вот этот. Новый городской кроссовер. Volkswagen Taos. Будь в моменте. Интересный факт. Ты съела бы эту сыну? Вот так вот. Сколько раз вы ее танцевали? Начнем с этого. Ну, ее знают все.